Так, малышам несу вот эти вкусняшки, которые сделала лично для них для начала, потому что не было места. Мои кнопочки сейчас их разберут и будут грызть. Они уже знают, что это такое. Я очень рано начинаю им давать, как только они уже кушают сами корм сухой. И с удовольствием грызут. Вот, вот взял, лапочкой держит. И грызут мои зайчики. На, на, возьми, возьми, солнышко. Вот, возьми, я тебе даю. На, смотри, какой большой кусочек. Нет? Ну, они освоятся, все знают. Вот, смотрите, все легли и грызут все. А ты что? Что, мой сладкий? Мой красавчик? Нет, у тебя отобрали, ты обиделся. Ну, я положу тебе здесь. Иди, 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 положу тебе здесь. Он стесняется немножечко, может. Такой скромный-скромный мальчик. Мальчик черно-подпалого окраса. Также свободен, ждет свою семью. Давай, давай. Давай, не стесняйся, давай. Налетай. В большой семье нельзя долго думать. Надо быстренько схватил. И вот как вот эти мои сладкие детки. И сразу грызут. С удовольствием грызут. Я прям всегда наслаждаюсь тем, что вот они занимаются. Во-первых, это очень полезно для них, для зубок полезно, для психики, как я говорю, полезно. То есть они чем-то занимаются. Не всегда могу выпустить их, ну, то есть целый день вольно гулять по всему-всему двору. Двор у нас огромный, поэтому нужно всегда присматривать за ними. А тот вольерчик импровизированный, который мы только сделали временно, конечно, им надоедает, и они хотят дальше исследовать все. Ну, не всегда у меня есть возможность сидеть целыми днями как бы с ними, поэтому стараюсь выпустить, выгулять. Насладились и побегали, размялись, все свои косточки размяли, погуляли, побегали, и вот прикрываю здесь. У них очень большая комната. Сделано тут все под них, все хорошо. Немножечко еще мы не закончили полный ремонт. Ну, ничего, идут наши материалы, которые нам нужны. Я хочу сделать так, как я хочу сделать, и по-другому не хочу. Поэтому готова ждать. Готова ждать все то, что я заказала, и то, что я ищу. Я найду, обязательно найду. Я всегда нахожу то, что мне нужно, потому что в голове у меня свой план, дизайнерский план. Я хочу видеть только то, что мне нравится. Поэтому подожду, а потом будет, ну, как по мне, будет красота. Я по гороскопу Дева, потому что поэтому мне нужно все видеть глазами. Я люблю глазами. И всегда стараюсь делать то, что мне нравится. Мой дорогой любимый муж помогает всегда мне в этом. Или я ему накидываю идею, он их воплощает. Ну, а вообще мы всегда вместе. Вместе, рядом, всегда обсуждаем, всегда делаем все наши ремонты, все наши, в общем, дела семейные, все-все-все делаем. Вот, поэтому спасибо ему огромное, что он всегда рядом, всегда со мной. Вот, детки наши кушают, смотрите, как с удовольствием, вот, вот он прям лапами держит и дерет, дергает. Ну, в общем, это полезно, особенно для молочных зубок, чтобы зубки сами расшатывались и в дальнейшем не пришлось удалять зубки у ветврача. Поэтому важно, важно, полезно, важно. Зубки укрепляют. Вот так вот он с удовольствием его прям ух. Все кушают с удовольствием. Стараюсь как-то немножко разнообразить эти все вкусняшки. Вот такие мои красотулечки. Так, все. Побежала я делать дальше дела. Дел очень много всегда. Помимо моих любимых собачек, щеночков, есть и постарше, есть еще и помладше наши маленькие детки, но там пока ими занимаются больше мамы. Я мам всех контролирую, малышей тоже просматриваю, но там меньше забот,
немножко, чем вот с этими озорными жайками, такими моими хорошими попками, такими сладкими, такими замечательными, вы такие сладенькие. Ой, люблю их, мои хорошие. Вот так вот, ой, вот так с удовольствием хвостиком машет. Красотулечки мои зайки, на здоровье, мои сладкие. А ты что, идем? Давай, вот, беги, бери, тоже погрызи. Ну, вот так. Самая маленькая микро-девочка, наверное, застеснялась, вот туда забрала и там вот будет грызть. Ну, бывает, нет настроения. Вот такие наши деточки, кого интересует. Самые красивые, самые счастливые, самые-самые замечательные детки, йоркширский терьер, померанский шпиц, пожалуйста, обращайтесь, всегда рады общению, рассказать, показать. Доставочка у нас есть в любую точку мира. Кто влюбился, кто хочет себе необыкновенное чудо на долгие годы, мы ждем вас. Ну а пока, всем пока-пока, хорошего дня, хорошего настроения.